Что, тебе много подарков там дарили на Новый год? Нет. Бой начинается. Что-нибудь существенное подарили? А мне ничего долго. Обалдеть. А победы сегодня будут вообще? По идее должны быть. Есть попадание. А, мы дальше играем в этом же режиме. Ну да. Готов. О, мне турбу поддали. Воу. Мне что-то в этот дрифт понесло. Воу, мне пиндали дали. Ты сейчас видел, как мне пиндали дали? А мне сушка дала ее улететь делать. Не, я, короче, наверное, вырублю этот режим и начну вообще подождать, не понимаю. Режим прикольный, но чисто по фану покататься. Да. А для результативности в обычном рандоме пока. Чё, горку заберем? А, ты на пусте. Угу. Бой начинается. Реально нет баз. Пробитие. Есть пробитие. О, он я поиграл. Заряжающий контужен. Скорость перезарядки снижена. Гусеницы повреждены. Шанс разрыва увеличен. Чё? Между ними снаряд улетел. Именно между ними там между ними. База, все, на базу. О,
Ванька написал. А, победили. Захватом базы. По-другому навряд. А что тут эти колокольчики? А эти колокольчики, вот где нажимаешь, где снежный шар. Их, их собираешь, короче, и потом, если накопишь определенное количество, получаешь карточки. Вот, и самый последний получается сам снежный шар. В снежном шаре можешь получать. Там 7 левел. А, в больших танках это гроз трактор, а здесь дроп трактор. Сколько он стоит? 230 рублей дроп трактор. Опыта X5 за победу с первого по четвертый. Так как ты это говоришь, и начинают тебя чуть-чуть подлагивать. И... Сейчас. Че еще хотим? Сейчас.
Ага. Ой. А ты кто? Фамил. Что за хил, Сим? Я уезжал, но... Да, уехал. Ты что за хил, Сим? Не знаю, там. Леш. Танк такой, говорю. Пробитие. Тебя уже убили, а ты на штурмов не пошел. Ой, господи, почему у нас такие команды конченые попадают? Почему шестые левелы, они меня уже задолбали? Может просто все по мне вот кидают. Вот там стоит, вот у нас лукашка стоит. А мы их стоит. Не, они по мне кинут. Сумка второй доступна.
Боже, какой он тупой же. Он просто врезался в дом и стоял в нем. Нормально. Обеды вообще буду за сегодня. Вау, пятый уровень, пятый, четвертый, вау. Дал смысл. А чё за бред, алё? Гусеницы повреждены, шанс разрыва увеличен. А, блин. У меня игра подлагивает. Меня ты лагаешь. Пиздец. Я вот момент понимаю. Чё за дерьмо, блядь? Thank you.
Так, у меня еще осталось 4000 опыта, я открою шестерку СРВ-С-74. Я бы... Я не понял, правда, что это сейчас было, блин, бой только начался, блин. У меня, блин, блит что-то, блин, начал тормозить, блин. И его не пробил, понимаю. У меня уже, кстати, 258 голды. У меня 200 голды. Перевести в этот такие. Куда перевести? Такие танки. А, кстати, это завтра будет у негабаритного канала, короче, с конвой в ЕТС. А, не хочешь поиграть? Да, в ЕТС. Мало сколько? А я не знаю. Но он как анонс выложит, я напишу тебе туда. Я сегодня просто играл, участвовал в конвое в американских дальнобойщиках. С ними. У меня ж может быть. Основной калибр и третья степень, понимаю. Третья степень и даже не мастер еще, да? На. 1500 урон. Нормально. А мне еще, ну, подумаешь, каких-то всего лишь-то. Нет, ничего, тут 22000 надо опыта. Ага. А, подожди. А, блин. Сейчас, погоди. Я двигло с ходулей поставлю. Ну, сборная Россия выиграла в 1-2. Это хорошо. Ну, это молодежь, не оригинальный. Ну, не, ну, не взрослый. Мой начинается. Блин, надо будет, наверное, голубым побольше зарядить мне сюда. Кирюха начал этот. Не хочешь танк к нам в план на ивент? Чего не хочешь? На ивент к нам в план. В роду. К нашему. Ну, к Кирюхе. А, да, могу. Я там Кирюхе скажу, напишу в этом. На глобалку, что ли? На ГК там. Ну так я его на глобальную карту. Да, если хочешь, может там на подмене будешь сидеть. Там, как ты захочешь играть на 5 часов дня.
И до часа ночи. Там еще... Ну, мы больше будем, вероятно, играть с 6 и до часа ночи. Ну, я понял. Ну, я Кирюху подскажу, и он тебе кинет. Там, можно сказать, почти пол той роты, которая у нас была. Броня не пробита. Гусеницы повреждены. Там, там кто прорыл, только Андрей. Ну и как? Кто еще там? Еще кто-то там, Кирюха, я. И... Пробил. И еще кто-то там старый. А! Да, умочка. Все. Макс не захотел идти в этот план, он остался в ИСАК. Тащите. А у меня пушка не опускается, понимаю. Ты его еще и не пробиваешь. На стоке. Не попал. Лучше по су стопа постреляет. Он сейчас выйдет, не даст. Блин, класс жирный здесь. У меня рикошет от него, ты в жопу был. Ну да. Мне сейчас так повезло, что меня сейчас не пробил. Он меня сейчас убьет, да. А, нет. Повезло. 4 хп у меня осталось. Так сейчас повезло. Ну да. Сейчас пушку и на там. Сейчас пойду дверь закрою. Давай. У нас 65% побед. Нормально. Статюга. У меня 57-65 пока. Че, все? Я еще даже к бабушкам не ездил. Ой, ну, одну бабушку не ходил, такое я еще не ездил. А так у меня было бы сейчас подарки. От бабушек. Из-за этого тупого карантина, который был на дистанционке были, я остался без стипендии. У меня что-то снаряд полетел, я вообще ничего не понял. Тут у меня еще один едет. Пробил. Гусеницы повреждены, шанс взрыва увеличен. Пробил.
Где мы должны спуститься? Да блин, я его не пробил. Он за тобой выехал. Да. Да не тебя сейчас. Мя, я не успел выстрелить. Я успел открыться, но не успел выстрелить. А он меня в башню побил? Ну, он целился тебе в лицо. Матида бы чуть раньше приехал. Ничего страшного. Мы вдвоем троих, четверых размотали почти. Ну да. Пока они там с троими мудохались. А, и мы вдвоем. И тут было пятеро или шестеро? Ой. И тут было четверо или пятеро? Четверо было. Четверо, и мы вдвоем против четверых. Ну, у нас, видишь, у нас позиции были получше, им приходилось выезжать на нас. Вот. А они вообще могли толпой просто взять и задавить нас. Ну. Нормально, что я могу сказать, кто первый у нас катается. Жопой. Матильда, Блэк Принц, дебил, блин, сидит на жердочке. Ждет непонятно чего. Смотри, 5 приедет. Ну, у них АТ-2 остался. И АТ-2 там. Да, только с борта его. О, сушки, там 11 кд, 11 секунд. А Т2 надо в лучок, либо у борта в корму. Антильды просто не хватает, это нужно заехать. Ну, а он еще не пробил его. Ну, сейчас надо его стоять задать. Или голду заряжать. Вообще, получше он фугас бы зарядил бы и все. На нового лицов не пробывает. Ну, не пробил опять. Нахрен он едет на него, он же знает, что он его не пробьет. Пускай стоит, пускай тот на него едет. А сколько времени тогда конца боя осталось, что не пойму? 40 секунд. Ты тогда без меня поиграй, я пойду в туалет скажу. Ну давай. Минут 10-15.
У тебя что там? Веревка? Да. Понимаю. А у меня почти неделю живот болел. После класса. Ясно. Ладно, сейчас приду. Давай. Кто-то не может отправить. Ваш нежный друг.
еще монстр, нет. Бой начинается.
Так, я тут. Ага. Ты там стан, ну что ли, как там? Сейчас я карту собираю. Давай. Ты немножко не успел. Да мне вообще. Где? Тебе удовольствие. Я тебе кинул заявку. Приглас, точнее. Там выйди, большой танк, выйди из клана. Что он тебе мог кинуть? Че, оборудку поставлю? Так, на... а чё, я типа легионером не смогу участвовать? На ГК нет. Ебать. А ГК когда начинается? С 11-го. С 11-го. Бля, ну у меня пока один Е4, блядь. Там мне надо как минимум либо 430-го брать, либо, блядь, поляка нахуй. Какого поляка? 60 ТП. А, ну, 430-го возьми. Ну, у меня... Я могу взять... У меня открыто... Или 277. Да, у меня... Я могу... Не, ну, 277 я не хочу. У него, блядь, боеукладка, блядь, слабая, нахуй. Его, блядь, ебашут, нахуй. Быка по КД. Либо 430-й, блядь, поляк, суперконь, 277... И 7. Потом чё у меня? Яга, блядь. Яга. Бабаха. Ну это я перечисляю то, что я могу из десяток взять. А. 140-го у тебя нет, да? Нет, 140-го нет у меня. Тогда 430-го возьми или 277. Ну там мне надо будет отфармить еще, выкупить. А там сейчас этот один день премы дают. Да я в курсе, у меня их почти месяц еще. Там 26 или 27 дней. Успеешь ты отфармить что? Фармить. А я не знаю, купить млеху.
Или ждать 907-го, когда возьму на него это боновое поставить все. Не знаю. Или подождать, когда я возьму эту 907-го. Или купить. 907-й же за глобалку удается. Я знаю. Ну, на глобалке это. Так, погоди. Упороться в глобалку и это взять 907-го. Потому что сейчас чифтена не дают. Это я знаю. Новый танк. Меня тут приняли. Меня в очередной раз башку оторвали. Сегодня пытались поиграть в крэп, называется, но у нас просто это... Командир просто взял, сгорел. А он хотел поиграть весь прайм, чтобы долгу забрать, называется. А чё сгорел? Ну мы сливали там эти катки, ну как сказать мы. Я там то 3000, то 2000 набью. Так. Да он сам командовал это. Перекрёсток нас отправлял. Понятно. Там из-под горы и из где с низины поднимаются. Под горы. Перекрёсток был. Как раз там мы победный бой слили. У нас 907 просто в клинч с 430 встал и все. И не пробивает его. А 430 его на изи пробивает.
боевую задачу выполнил две тяжа. Так, а мне надо еще одного тяжа раздолбать. Еще два. Я ему дам тычку. А он мой. Ну, далеко. Блин, мне надо победить на легком танке в 8 боях, но у меня легких танков нет, сука. Это проблема. Сертификата на 100 единиц золота. Так, это 112 на 90, это 125 на 160, но это типа скорострелка, здесь 4, 3,8, да, лучше на некуда. Так, вот это тогда. Сейчас я Егор под 34-ку снаряжу. Так.
Так. Надо будет сейчас на 34-ке активно покатать. Выкачать МТ-25. А, я понял. Начинается. Не успел получить буст. Там то Ваня заходит, то не заходит. Какие жадные туда дамага. Противник уничтожен. А почему я его не побиваю в лоб? Кого? Броня не пробита. Пазика. Потому что у него броня. Пробитие. Не можешь в лоб пробить, целься в лючок. Гребаный ВК, блин. Сломал мне. Он где? Сломал мне всю игру, блин. Нормально, 3800 опыта. Кстати, а что по MX мне прокачать? Что мне надо? А, мне надо ёлку. А кстати, я ж могу и так ее открыть, погоди. А, не могу, да? Так, я еще елочку прикупил.
Я еще елочку снаряжу. Где она у меня тут? Так. Погоди-ка. Мне ж надо 8 каток на ЛТ скатать. Вот сейчас я на ЛТ и буду катать. Так. Бронепробитие, конечно, у этой конченной пушки стоковой. Такое себе, но оно того стоит. Так, поехали. Сколько тебе КД? 8 штук. Я тебе успеваю дать одну птичку и еще вторую. У тебя в общем 16 секунд в глазах, а у меня 12. Ну да. Че, кто по мне сидит? А, найс, я сюда один приехал, найс. Гусеницы повреждены, шанс разрыва увеличен. Броня не пробита. Ты, Вот ты как? Ты его взял и завернул. Ты там только показал и покажешь. КВ-1 вот тоже в камень стоит. Ждет непонятно чего. Че он на голду переключился, найс. Да, он на голду переключился, у меня просто в башню шьет. А, смотри, 3-4 просто стоит, нихера не делает. Он включил ускоренный режим этот. У нас просто 3-4 хер его знает, что делала. Стояла просто весь бой. Просто тупо весь бой постояла. Он тупой.
Не, ну он, конечно, красавчик. У Хэтса имеет сзади еще и Шерман. Так, господи, ну каким же надо быть тупым идиотом? На фугасах. А, у них КВ-1 спидлос. Угу. Нормально, чувак. Не надо мучить, целят в этом. В бок башни. Клан стрелял. Да, он успел отдать. Один на фугаснице. И чё ты боишься, ты фуловый практически едешь, всё. А он ещё и не попадает на поле. Это... Ай, да. Фугасами нехорошо. Ай, ну да. Что делать? Что, они проиграли? Не, выиграли. Дали 8. Так, у меня там вроде бы. А, нету, да? Чё, бери танчик. Так, поехали. Мне просто больших танков. Я не могу играть на Т-28 на этом. На медленном танке. Понимаю. Поехали. Я играть-то могу, но мне одному скучно просто играть, не с кем. Ну, когда кто-то играет со мной, я могу играть почти весь день. Когда я один, я там по-моему сыграл и пошел играть. Гусеницы повреждены, шанс разрыва увеличен. О!
леопард. Так, ну доигрывайте, я пойду гляну, что там по леопарду. Может тоже прокачать его. Это у нас немцы. Один. Блин, у леопарда стоковая пушка на бронебойных лучше, чем топовая. А урон тот же самый. Одно хп просто леопард. А ты будешь того плана выходить или нет? Или чего? Потом. Чего? Ты будешь в больших играть с нами или... Ну, буду, если надо. Мы просто мы не успеем до набраться. Поиграю. Там буквально до 2-3 человека еще. Ну, чтобы было это, хотя бы с запасом этим. Людей. А там человек, что ли, у нас. Так, мне надо еще... Играя с тобой во взводе, 6 фрагов сделать. Чтобы выполнить клановскую задачу. А мне надо... Тогда я это... Ёлку пока сниму. Победить. А куда есть? Ёлку я... На елке я потом и соло могу 6 раз победить, кататься. А вот фраги надо делать на чем-то более существенном. Там кирал тебя, либо если ты выйдешь из клана сегодня, либо завтра. Я не знаю, я ему скинул коника, а там не знаю. А кто там сейчас в клане? Там Андрей, Харек, Унка, Гурин. Я не помню, Гурин был у нас в клане или нет. Ну, из старого клана. И все, по-моему. Ну, я понял. Там Вика и Миша ушли в другой клан. Ну, Миша вышел, или вот, я не знаю. Ну и там вроде у нас такие. О, выехал. Я его не хотел в морду. Ты куда выехал?
А, там еще в плане мой папа. Во. У меня папа. Ну, в этот план какой-то. Кубейда. Так, что два фрага. И усё. 65% побед. Нормально. Мы за сегодня уже с тобой 10 боев приехали. Ну, это ж нормально. И на это все у нас ушло 1.5 часа. Ну, если не учитывать того, что я без тебя там еще 3-4 катки играл. После Кирилла не было, он уезжал там куда-то, а потом у него видюха сгорела. Понятно. Кай сидит без видюхи, играет. Господи, даун на леопарде. Не купил тот химический там, я так понял, ну, одна мастильда, я так понимаю. Нет, там еще на полке стоит. Была когда-то. Грёбаный ВК кустодрот не дал меня, блин, добить Матильду. А тебя что, тоже убили? Да, меня в эту же ёлку убило. А у них одна ПТшка, у нас их две, да? Ну.
Бензо. Леопард. Бедный этот класс. Просто за секунду его съели. Просто жарко. Я ж окно открыл. Ты тут? Да. А летняя ДК для меня не пойдет. Ну, либо мне надо до лета охлаждение поменять. А по-хорошему, мне бы лучше папину видюху починить. Я не успел ему птичку дать. Я его доберу. Противник уничтожен. Пробитие. Блин, их тут много. Я его почему-то не пробиваю. Класс. Я его почему-то не пробивал, мне никто не лезет. А я сразу на голду переключился, да и все. Чтоб уверенно пробивать. А я что-то по голду вообще. У нас швед, блин, дичь делает полную. Жопой танкует все. Не швед, а этот итальянец. Да он не пробивает никого, зато его все убор. Какой дядь его. Понимаю, я тут один. По урону и по опыту. Я топ-3.
Нормально, 60 тысяч кредитов, 2400 свободки. Классно. Так, где елочка? У меня рикошет ему в жопу. Ой, тут. Меня просто не поставили. Без пушки хреново. До пушки еще далеко. Еще ой как далеко. Ой, блин. Так, в топе это хорошо.
Там КВ-1 его прикрывает издалека аккуратно. Я ему отомстил за тебя. Ага. Доезжайте на него, что вы стоите ждете. Втроем. У нас КВ-1 стоковый. Ну. Стоковый еще и без мозга. А я специально ждал, чтобы по нему не стрелял, чтобы воина взять. И первую степень, понимаю. Вот что ж такое? Полторы тысячи урона, воин. И первая степень. Ну, бывает, что делать. Три-три-три-та-та. Поехали. Сейчас только 12 часов ночи. Ну, час почти. Все, я теперь по московскому времени я не буду догадаться. 28 числа перевелись в Московск. Ой, с Волгоградского на Московскую. Надоели уже. То переводят, то не переводят. Туда-сюда часы переводят. Бывает. Куда у меня сарай подлетел? Готов.
Чел прям взял и ждал, когда я стрельну по нему. Ну это ж нормально. Не дал мне воина взять. Да чуть не считает. Гусеница сбита, движение невозможно. Я жена.